Привет всем читателям Intelbet. Я еду на поезде в Екатеринбург, а в это же время команда Александра Тарханова вылетает в Москву на игру со Спартаком. И я думаю, что там она не проиграет. На это ряд причин. Во-первых, Спартак потерял много сил в игре с Ливерпулем. И даже несмотря на хороший психологический фон после ничьи, вряд ли игра команды улучшится. Потому что, во-первых, трав меньше не стало, никто не выздоровел. Во-вторых, физически, как мы видели, футболисты не готовы. Ну и в-третьих, психологический фон такой какой-то довольно странный до сих пор вокруг команды. И совсем непонятно, что будет происходить дальше. Да и не совсем понятно, кто сможет играть вообще с Уралом. Тарханов иногда умеет настраивать свою команду и вырывать довольно тяжелые матчи. Поэтому мой прогноз x2 за 2.61 на 1x ставка.